выглядит готовым. Почему не можем... Что нужно сделать, чтобы запустить движение по мосту? Поставить на блоки. Если положим на эту сторону асфальт, если положим асфальт, мы эту сторону открываем. Уже однозначно снимать блок уже не будет. Мы начнем на ту сторону делать. Когда мы ту сторону начнем делать, здесь уже пробки не будет. Мы спокойно ту сторону, дай бог, что все нормально будет, где-то 3 недели сроки мы откроем этот мост. У нас по плану ставить мост мы должны были открывать 20 июня. Полностью. Так вот. У нас стоит мост. У нас два моста здесь. Вот 17 и 23. 23 старый. Старая дорога была здесь 17. У нас по плану мы должны были полностью ложиться. 20-25 июня. Полностью должны были.